Всем привет, вы на канале IT Просто. В этом видео я покажу, как работает искусственный интеллект DALL-E 2. Я покажу именно, как он работает, результаты генерации фотографий. И поверьте, это очень интересно, поэтому советую вам посмотреть это видео до конца. Это видео получилось очень интересным, а в конце будет небольшой бонус. С помощью DALL-E мы создадим разные фотографии. Начнем с фотографии собачки и котика. Чтобы сгенерировать фото, надо подробно описать, желательно указать стиль, в котором должна будет выполнена работа, картина выполнена красками, рисунок от руки, высококачественное фото, 3D-рендер и другие стили. За один раз генерируются 4 фото, из которых можно выбрать самые лучшие и сохранить в библиотеку или на компьютер. Если фотография получилась не совсем как надо, тогда можно выделить область, которую нужно заменить. И тем самым, например, мы можем поменять котика на другого, поменять фон или вообще убрать этого котика с фотографии. Попробуем запросить 3D-рендер рыбки в аквариуме. Вот такие фотографии у нас получились, очень качественные. А теперь поменяем рыбку на акулу и посмотрим, что у нас получится. Получилось очень даже красиво, фотографии получились очень классные, я их сохраню себе. Но вот лично мне больше всего нравится, как он создает природу. Фотографии получаются очень качественные, с прорисовкой малейших деталей. Просто вот посмотрите вот на фотографию этого леса. Давайте добавим сюда небольшую избушку и посмотрим, как вообще он с этим справится. Получилось просто идеально, как будто бы это одна цельное фото. Теперь поменяем небо на более светлое, на синее небо. Посмотрим, что он сможет с этим сделать. Вы можете заметить то, что вся выделенная область, которую я выделил на прошлой фотографии, она полностью изменилась, даже деревья. Вот очень интересно будет посмотреть, если выбрать всю область и поменять не сделать не лес, а пустыню, и что он сможет с этим сделать? Оставить на фотографии только вот эту маленькую избушку. И результат меня очень сильно удивил, эти фотографии получились очень классные, как раз та избушка получилась очень в хорошем качестве, чуть больше размера, и фотографии получились, как будто бы и правда они сделаны в живой природе. А еще я провел один эксперимент с заменой машины на фото. Посмотрите, как я заменил Toyota Supra на Mazda RX-7. И получилось это очень хорошо. Конечно, есть некоторые варианты немного странненькие. Но попробуем сгенерировать еще раз. И у нас получились получше варианты. Например, вот эта фотография очень красивая. DALL-E 2 также способен создавать гораздо больше, чем просто машины, там, природу. Он может создавать и еду, и ракеты, и звездное небо, разные рендеры. Лично мне понравилось, как он создает звездное небо. Все звездочки получились прорисованы. Также портреты он создает прям очень хорошо. Пейзажи тоже очень хорошо получаются, просто великолепно. Конечно, если вглядываться, то заметно, что что-то не так. Где-то есть небольшие ляпы. Еще один эксперимент, который я провел, это создание рекламной фотографии. Но изначально я вообще думал просто создать какой-то кристалл и посмотреть, как он его сможет изобразить. И получилось очень даже неплохо. Я решил его заменить на другой и посмотреть, что на этот раз он сможет сделать. И, как видите, здесь есть одна очень хорошая фотография. Остальные немного не очень, но вот мне вот эта фотография очень понравилась. Я решил создать вариации по этой фотографии, но только уже немножко измененные. И получилось прям очень хорошо. И это как будто бы какие-то фотографии для рекламы какого-то ювелирного магазина, может быть, или каких-то вот таких изделий.
Если вам понравилось это видео, самое лучшее, что вы можете сделать, это подписаться на канал и поделиться этим видео с друзьями. А сейчас вы можете насладиться лучшими фотографиями, которые у меня получилось сделать с помощью этого замечательного искусственного интеллекта.